Хоккеисты «Армады» внимательно слушают установку тренера на предстоящую тренировку. Капитан – нападающий Тимур Гусев. В этом холодном виде спорта уже 9-й год. Спортсмен уверен, закончить сезон на высоком уровне помогла сплоченность и усердная работа на тренировках. Во-первых, я капитан. Я должен идти. За мной должна идти команда. Я должен защищать свой титул. Ну и, в принципе, идти вперед в хоккее. Подопечные Дмитрия Коломийца и Ивана Суслова сезон завершили с медалями. На первенстве Москвы завоевали серебро в группе В. За переход в эту более сильную группу хоккеисты боролись со сверстниками из Дмитрова. Одержали 2 уверенные победы. А в региональном первенстве повторили результат прошлого сезона. Оказались на 5-м месте турнирной таблицы. Удалось нам подтянуть технические и тактические моменты. Тактические моменты большинство очень прибавили в этих компонентах. Самое основное – это отношение ребят к занятиям. Более ответственно начали ребята относиться и к тому делу, чем они занимаются. По сезону проводились тренировки более тактического, технического характера. Вот. И поэтому ребята у нас оснащены именно вот по технике, по тактике, тактической игре. Основной вратарь «Армады» Андрей Трухан подчеркнул, сезон выдался непростым, но результаты радуют. Тот сезон завершили на 5-м месте. На этом выиграли переходные матчи. Мне очень, в принципе, все понравилось. Наша игра, наши тренировки, они очень помогли нам. Спасибо, конечно, нашему тренеру. Перед отпуском тренировки в восстановительном режиме и официальное закрытие спортивного сезона. Торжественное награждение хоккеистов «Армады» всех возрастов пройдет 23 мая в Ледовом дворце. Поздравить их с хорошими результатами может каждый. Вход свободный. Лада Дудко, Илья Павлов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».